выразить нашу любовь. Это наше сердце. Мы не можем не благословить по-еврейски всех болгар, болгарок, всю Болгарию драгоценную, благословенную. Не можем да не благословим тяла Болгария, вот еврейский народ. В книге Бемидбар, в книге числа, в 6 главе. Книга это числа, 6 глава. Господь сказал Моше. Господь казва на Машия. Передай Аарону так благословлять Бней Исраэль. Передай на Аарон така да благославя свой народ. Народ Божий. Божий народ. Всички те Божии деца. Наш Господь наш говорил Господь на арамейском языке. И говорил на арамейский язык. Но читал Библию и молился он на иврите. Но и читал Библию и молил на иврит. И своих учеников он благословлял Аароновым благословением. И своих учениц я благословил по Аароновому благословению. Потому что он наш первосвященник. За что-то той наш первосвященник. И я хочу вас благословить Аароновым благословением. Искам да ви благослови со Аароновым благословением. Еврехеха данай вишмереха. Ягера данай панавалеха вихунеха. Иса данай панавалеха висем леха шалом. Да благословит вас всех драгоценные болгары. Господи, ви благослови всички ти и цяла Болгария. И сохранит вас. И да ви упази. Да презрит на вас и на все народы, которые живут, проживают здесь в Болгарии. Да сияй с лицето си ваши народ и всички народи, които живеют в Болгарии. И помилует вас. И да ти покаже милост. Да обратит на вас Господь светлое лицо свое. Да издигни Господь лицето си над тебе. И подарит вам. И да ви даде свою Божью веру, свою Божья вера, свой Божий покров, свой Божий покров, защиту и защита, охрану, божественное здоровье и исцеление, божественное здравие и исцеление, и Божий шалом, и Божий шалом. Бешем Иешуа ха-Машиах, во имя нашего Господа Иешуа Мессии. Во имя Туна нашего Господа Иешуа Мессии Иисус Христос. Амен. Амин. Амен. Благодаря много благодаря на вас. Слава Богу. Слава на Бога.